Здравствуйте, дорогие друзья, у нас снова мой гараж. Разбитый додж, который я вшатал в прошлой серии. У нас такая обычная серия будет насыщена всегда с банальных вещей. Мы идем с вами в магазин, смотрим, что за тачки. Интересно, интересно, три шахи, и по-любому что-то мы сможем с вами, наверное, взять. Так, что у нас с этой? 7, дорого. 700, ну более-менее может быть. Во, 5500, это прям наш вариант. Прям вот, да. Или нет. Или да, или нет. Режевой движок почти. Не знаю, давайте возьмем. Купили жижку. Жижку купили. Это уже плюс, значит, серия годная выйдет. И покупать сейчас будем, точнее не покупать, а искать, кстати, черный салон почти что в идеале. Да почему почти что? Он в идеале. Офигеть. Офигенный салон. Заодно можем провести ей тест-драйв. Тест-драйв проведем ей, знаете, какой? Поедем искать новый кузов. Бесплатный, халявный. Заодно повжигиваем немножко. С ручничком побалуемся. Но, в принципе, у нее все работает. Она едет даже вроде ровно. Главное не разбить ее тут преждевременно. С буксами прет. В отсечке нормально себя ведь чувствует. Да, фонарь задний. Вот этот снег. Как его отключить? Из-за него фэпос проседает без этого. Поеду я отключать снег этот. Все, заканчивается вроде. Все, нормально. Теперь, надеюсь, не будет с фэпосом проблем. Заметил, я снежок очень плохо влияет, короче, на эту игрушку. Дымит немножко у нас моторчик. Ну вот, без снега прям вообще прям кайфово. Глих тоже немножко так видно просаживается на глаз. Воу-в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 оу
Неприятно? Был новый салон. Ну, дороже, чем за 5. Я думаю, мы ее продадим. Взяли мы ее за 5500, поэтому как бы особо не очень жалко. О, опять в этом месте кузов. Чё у нас тачка-то? Ну, такое, неприятное, согласен. Ну, ладно. А, доджик, блин, я что-то обрадовался. Это шаха у нас, просто купеха. Забрать бесплатно, ценник у него. О, нормас. Еще один кузов у нас теперь есть. Так, ну и все. Валим домой. Я так понимаю, больше мы ничего не найдем. Нет! Нет! Кошмар! Ужасный удар. Это жесткий удар был. Просто для машины это было печально. Просто. Вот это да, вот это вказявил я ее вообще так. Жестенько. Подталкивал, она застряла здесь, немножко разложилась. Опа, сели. Закрой. Как в настоящей жиге прям все классно. Все, уже в сторону ее ведет. Ну здесь ладно, здесь понятно, что за беда. Ой, беда. О, все, хана, чуть-чуть приземлился, колесо вырвало. Надеюсь, без радиатора мы не останемся. А
Хотел на обгон пойти, да, меня немножко поднесло. Нет. Жига, живи. Ой, блин. Припарковался, называется. Хотел заработать на этой машине. Заработал, Денчик. Так, что по внутренним повреждениям? Вообще жесть. Вообще вырвал, короче, колесо. Вырвал колесо. Что именно вырвал? Не знаю, надо смотреть, что там произошло. Но здесь, я надеюсь, не так все печально. Так, по блоку, по всему более-менее мотор живой. Ладно, это уже хорошо. Вообще, да, вообще. Но зато теперь вот такой кузовчик есть, кузовчик кубышный. Он у нас отправляется точно туда же, где и тот. Помыть бы, конечно, да, для начала. О, он фиолетовый, оказывается, какой-то. Так, отмыли машину. 171 плюс 3 бакса, кстати, приварили к цене. Так, ну это ничего не меняет. Все равно она отправляется у нас, так сказать, в отстойник. Ну вот, теперь у нас здесь два кузова. Купешечка и седанчик обычный. Классно, супер. Здесь крыша нормальная, кстати. Но эту крышу нельзя туда, мне кажется, поставить. Ладно, это не важно. У нас теперь беда с этой машиной. Надо хотя бы колесо восстановить. Что мы можем с вами сделать, чтобы она была более-менее на ходу. Но мне прям понравилась эта жига. Хочу посмотреть, что можно сделать с колесом. Где у меня ключик? Придется новый ключ покупать. Ну, вот так. Беда не приходит одна. Снимем колесо, посмотрим, что случилось. Ну, диску хана, согласен. Так, тут и тормозным этим штукам хана. Снимем сразу цапфу. Рулевая тяга. Это трубка тормозная. Она тоже не нужна. А где мне рулевую тягу найти? А ее нет, рулевой тяги-то. И суппорт снять не могу. Я ж вроде как тебя открутил. Ага, суппорт снят. А, и это выпало. Ладно, из-за суппорта не мог ее снять. Логично, логично. Верхний рычаг. Нижний рычаг. Кому из вас хана? Хана им всем. Верхнему стопудово хана. По нижнему что? По нижнему снимается, потому что здесь прикручен аморт. Так, нижний живой. Рулевую тягу потерял, это, кстати, печальненько, но, в принципе, жить можно. Так, что тут по аморту? Аморт. Да тут вон уже и катушка вылезла, ну-ка, это надо попробовать дело отстучать. Вот он, ключ-то, ёлы-палы. А молот? Молот здесь. Чё тут у нас отстучится?
Полы загнуло. Бампер отстучали. Да, я только крыло ушатал, получается. А сто крыло? О, ничего себе. А, я думал, это крыло, это не крыло. Еще. Передок отстукивается. И бампер. А этому всему, конечно, хана. Дверь немножко отстучал. Ну, все, что я вот когда перевернулся, оно еще более-менее живое. Ну, что было потом... Не, крыша тоже хана. Крыша не выпрямляется. 3400. Да. Влетел я в жесткий минус. Ну кого это когда отпугало? Никого это никогда не пугало. Тут на жиге-то это все легко делается. Только вот болты найти где. Болты хрен знает где искать. Крыло снять. Оно на болтах сидит. Вот они. Эту бжинь-бжинь вырезать, поставить. О! Аморт нашел. Аморт живой. Аморт живой. Нам нужен только верхний рычаг по-хорошему. Да и все. Балка на месте. Балка на месте стоит. Но это явно плохо. Вот эту надо менять будет. Так, этот можно установить. Ему ничего такого не было. Ага, не было. Вот где за собака зарыта. Все, ему хана. Ему хана, если балки не хана. Балка вроде нормально живая. Номера даже выпрямил. Вот это я, да. Да по фигне я чё, её на колёса поставить, прям раз, расплюнуть. Даже можно попробовать поставить и вот этот рычаг. Это будет криво, конечно, да, согласен. Этот уже не поставить. Этот чересчур уже все ушатан. Так, давайте пропустим ночь. Я вот что хочу попробовать. Если поворотный кулак попробовать сюда поставить от доджика. От доджика, что у нас будет? Так, покупаю прямо здесь запчасти. Так, нам нужна подвеска. Подвеска от Лады. Так, у нас левая сторона, нижний левый, верхний левый. И хочу от чада взять поворотный кулак. Проверить, что из этого получится. Так, ну что, вы ровно встанете? Вроде ровно. Рычаги-то у нас, наверное, не подойдут. Опача, опача, опача. А вот это уже звоночек, то, что у нас. Балку отвернуло. Это печалит меня немножко. Хорошего управления мы не дождемся. Так, ну-ка, поворотный кулак. Ну, установится сюда, нет? Нет, он сюда не установится. А этот установится. О чем повернут? Никто не знает. И я не знаю. Так, отвертка где-то была. Ступица хана. Ну, этот почему повернут? Так, а если я нового возьму? Так, новый тоже повернут. Мне нужна рулевая тяга. Я ее потерял. Я не специально.
Так получилось. Ага. Стало на место. Так, откручивай пока. В смысле? Не закручивается теперь. Вот это да. Это не есть хорошо. Так, ступицу, если мы это поставим, что будет? Она не будет ставиться, да? Да, она отпрыгивает, отпрыгивает. А если я ступицу поставлю сейчас от чада? Чат. Ступица. Нет, не встает сюда ступица, чатик. Жалко, я бы диски поставил сюда, чада. Было бы круто. Так, новые запчасти от чада надо не выкидывать. Куда-нибудь их убрать. Так, ступица от Лады. Разболтовки не подходят. Колеса от Доджа сюда. Печально. Чего ты не хочешь сюда вставать? Балбесина. Это есть, это есть, это есть, это есть, да? Все. Аморт, 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 аморт живой был, где? Вот он. И ставим колесо, да? А, пружину еще надо поставить. Пружина ставит съемником. Колесуха на... Точно, точно. Точно, 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 точно. Забыл, 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 забыл. Вот это плохо, потому что колес у меня нет. Колес-то у меня нет. Ладно, бежим в магазин. А может и без кантик? Да как? Нет, с кантиком все нормально. Все нормас, все нормас, все нормас, вовамас. Чтоб это все было как бы прозаично. Вот так вот. Ну что? Накачать колесо и в путь? Снова дубасить? Да, ведет все равно ее. Из-за рычага этого кривого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что я наделал? Я опять прижался и расхреначил это колесо. Причем опять я ушатал и диск. Ой, блин, все. Все, вообще хана, 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 хана. Радик пробил. Радик пробил, быстрее. Так, рычаг. Это деньги. Багажник. Дверь. Шатал. Все, отвалилось, что ли? Нет еще. Малейшее прикосновение, и все, и машина умерла. Жесть. Что за бордюры здесь? Быстрее, пока не закипели.
Капец, доехать вот надо. Я только что все починил. Только что отремонтировал, блин, колесо. Жесть. Так только могу я. Ну, теперь да, тут и балку менять, да? Ну да. Ладно. Какая веселая серия, короче, получилась. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.